Почему не чинится саботаж в пролете на карте The Airship в Among Us? Вы часто задавали этот вопрос, и судя по всему, не каждый понял, в чем там проблема. И, конечно же, это видео, как и остальные видео на моем канале, поможет тебе переступить еще одно препятствие на пути к победе. Всем привет, дорогие друзья, и с вами, как всегда, Саня Слоун. И в этом видео я расскажу и покажу тебе наглядно, как починить саботаж в пролете на карте The Airship в Among Us. Ну а ты не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну и вперед к сути. Сейчас я в режиме свободного забега один и сам делаю этот саботаж. Как вы можете увидеть, как бы я ни старался, починить этот саботаж не выходит. Но, если вы внимательный игрок, вы могли заметить две лампочки сбоку на устройстве ввода постоянно меняющегося кода. Это и говорит нам о том, что мы должны вводить этот код как с одной стороны, так и с другой, до того, как появится новый код. То есть, этот саботаж можно починить только минимум двум игрокам, стоящих возле первого и второго блока. Теперь, вместе со своим подписчиками я продемонстрирую вам наглядно, как это работает на практике. И кстати, если ты тоже хочешь играть вместе с нами, присоединяйся в наш Discord сервер, ссылка на который ждет тебя в описании под этим видео. Так вот, мы стали в разных отсеках возле места, где нужно вводить код, и попросили предателя запустить саботаж в пролете. Теперь я и другой член команды вводим один и тот же код на разных панелях одновременно, пока не иссякнет полоска времени смены кода, и вуаля, саботаж починен. Наша команда справилась и с этим заданием. Если тебе помогло это видео, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо и до скорой встречи.